Всем привет, дорогие друзья, уважаемые зрители, гости канала и подписчики виртуальной реальности. С вами, как всегда, Дэн. Я никуда не делся, у меня все окей. И мы пилим видосик. Нефтебаза Евро-2016, на которой с большим трудом, потом и кровью мне удалось набить этот мячик. Ну, два дня, наверное, я бегал тут и фармился, ничего себе прокинул. Как-то так. Карта, ну, блин, скажу откровенно, и, может быть, это будет, как бы, субъективное мнение. У меня почему-то постоянно она лагала, фризила, тпшились противники, и складывалось такое впечатление, как будто она, ну, не оптимизирована. Но потом мне ребята сказали, что нет, у меня, допустим, у меня не лагает, у меня все четко, все плавно. И, ну, сделал вывод, ну, не знаю, может быть, у меня что-то с компом, с интернетом. Ну, как всегда, причин может быть великое множество. А что по поводу карты? Сама карта довольно забавная для того, чтобы побегать на ней какое-то время. Пофармиться. Ну, так как мы играем в командном бою, и наша задача — победа, прошу особо не хейтить. Прошу особо не хейтить игру с Макмилланом. Ну, а что сказать? Макмиллан — это оружие для снайпера, у которого интегрированный глушитель, не снижающий ни урона, ни каких-то пробивных способностей, ни других характеристик, которые позволяют убивать. Плюс ко всему, он быстр в перезарядке. Фаст-зум. Ну и объемный магазин. 10 патронов, конечно же. Ну а с чем еще идти? С шумным каким-то чайтаком, либо что-то еще. С ним я, пожалуй, пойду на обычный какой-нибудь командный бой, либо на обычную нефтебазу. Ну а так как особого, если честно, желания не было у меня вообще здесь играть, так как я не являюсь большим фанатом футбола, ну и в том числе командных боев на нефтебазе. Поэтому я, если честно, поначалу пошел сюда чуть ли не из-под палки. Не было особого желания. Тем более, что карта у меня почему-то не очень хорошо шла. В плане фризов и прочего. Ну, учитывая тот факт, что сейчас идет, большой ажиотаж вокруг европейского чемпионата, все-таки почему бы и не сыграть? Вообще, сама по себе карта интересная, сочная, красочная, прикольно это все сделано, реально передает такой дух, что ли, болельщиков. Забавно все это происходит. И можно даже футбол покатать, забивая голы. Публика начинает вообще там в восторг, в эйфорию какую-то приходить. Но после того, как я набил мячик себе за 25 побед, по-моему, не было особого желания продолжать играть на этой карте. Вот по таким, допустим, причинам. По причинам, которые я уже говорил раньше. И вот именно по таким, когда непонятно откуда, с каких-то трибун убивает забагованный, залагованный снайпер. И я вернулся на старые свои любимые рейтинговые матчи. У трейлерный парк режим подрыв. Вообще, я очень часто и много стал играть рейтинговые матчи. Какой-то спортивный интерес. Здорово здесь все это происходит. Какой-то более или менее турнирный такой дух, что ли. Опа. Да ладно, блин. Вот так вот. О, вот это хедшот. Давай, дожимай, дожимай. Последний остался. Все, Монте разобрался с ним. Красавчик. По три фрага с ним сделали. Круто.
Офигеть, ну вот такие вот моментики, конечно, бесценны. В упор зафазумил, зарандомил в голову. Попробуем сейчас перелезть, посмотрим, что у нас получится с обхода сделать. Бомбу наши уже профукали. Ладно, не страшно. Есть еще куча времени. Бомба взята. Давай, давай, выходи. А, черт. Вот так вот. Обычно такие ошибки плачевно заканчиваются, но в этот раз мне повезло, наверное. Бомба потеряна. Да ладно, что такое? Что за закон подлости, блин, со второго попадаю? Это где? А, вот он, красавчик. Все, здорово. Отлично. Не повезло немножко медику. Бомба взята. И мы незаметно перемещаемся на фабрику. Много кто, кстати, не любит эту фабрику. Часто я вижу, что пишут: «А, фу, фабрика, ненавижу фабрику, тупая карта». Карта прикольная, не знаю, мне нравится. Да ну ты брось. Вы еще и зарашить решили, что ли? Ага. Ну, нет, но я же выстрелил, блин. Установите бомбу. Ну, сейчас я вас встречу с распростертыми объятиями. Раунд начался. Хлебом и солью. Бомба взята. Еще раз попробую проверить. Да, есть, идут мои клиенты. Давай, выходи, падла. Вот так вот. Еще там один с винторезом. Ну, будете знать, как лазить на нашу карту еще и через центр. В общую припухли. И попробуйте мне только написать потом, что я крыса. Хе-хе-хе-хе. Вот это троечка. Вот это я понимаю, встретить негодяев. В прошлый раз они мне проблем создали, в этот раз вряд ли у них получится уже взять этот раунд. Нахрапом, по крайней мере. Ну да, начинается агро, как всегда. И тем не менее, мы возьмем этот раунд? Да, мы взяли этот раунд. Отлично. Все здорово, отлично сработали. И снова перемещаемся в трейлерный парк. Установите бомбу возле одного из объектов. Начался. Бомба взята. Граната! Граната! Ловите! Вот этот прокид и чек вот этого подката мне вообще никогда не приносит никаких результатов. Хотя стоит мне только раз там прокатиться, мне же сразу же почти выносят. Почти всегда. Побереги! Закон подлости, понимаю. Вообще, много чему я научился именно на своих смертях, где меня убивали, игрок, и я потом за ним... Мал... Да ладно. А, здорово, еще и коронный криз. Опа. Держи. Не ждал он, походу, меня. Ну, хотя выходил-то с пистолетом, на ближний бой знал. Фак, как больно. Зараза. Блин, где-то там слышу я его. А вот где? Ошибись, выходи. Ну давай. А, черт, у меня еще и титан, походу. Броня не восстанавливается, а там... Чувачки ближнего боя остались. Ну, где ты? Точно же пасет бомбу. А, вот он. О, офигеть, а что ты не стрелял-то? Бомба взята. Странный какой-то. Ну все, снайпер, походу, остался один. Сейчас постараемся как-нибудь. Он 200% даю, что придет за мной. Последний патрон и... Бах! Вот это по-нашему. Ждем прокид. И это мои клиенты. Один. Да, черт. Один. Все, третьего забрали, четвертого там, наверное, доковыряют. Мы да, в спину. Минус победа один уже у них на втором раунде или в ноль. Ну, это не наша защитите проблема, согласитесь. Нули в ноль или в ноль, что теперь? Раунд начался. Нам же лучше. Мы будем пользоваться этим преимуществом. Как же иначе? Это рейтинговый матч. Здесь все жестко. И ошибки не прощаются. Осторожно,
Давай, давай, обойдем на двойку, 100% пошли. Вот он один. Наверху, видимо. Точно! Третий там. Давай, давай, ну выгляни. Вот он. Все, последний остался. Ну, шансов нет, я так думаю. Как он проскочил, блин? Где он? А, понятно, он, походу, через низы, через подвал проскочил к нам на респ. И где-то здесь трется. Не знаю, может быть, меня и спас штурмовик, потому что я, честно, не ожидал его там встретить. Я думал, он где-нибудь в углу там засядет. Как будто плакал в углу. Почему у меня урон не проходит? Держи. Пару ножевых на РМ за один матч. Неплохо. Ну вот и все, друзья. Вот такая вот у меня нарезка. Вот такой вот геймплей. Спецагент, смотрите, какой включенный инженер. Лакфейс, лакфейс. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.